Всем привет! Разработчики показали полностью новое хэллоуинское обновление, и в этом видео я вам его покажу. Ну а перед началом этого видео подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий и не забывай про мой телеграм-канал и дискорд-сервер, ссылочки в описании. Ну и так, сейчас я вам расскажу, где же будет находиться этот хэллоуинский магазин. У нас здесь появилась новая дорога, и разработчики этим воспользовались, и хэллоуинский магазин будет находиться прямо здесь. Ну а теперь давайте посмотрим видео от разработчиков. Вот здесь вот будет находиться наш хэллоуинский магазин, а магазин с машинами немножечко переместят в другую сторону. Вот такой вот загадочный страшный лес здесь у нас будет, и вот такое здание. Как мы в него заходим, мы здесь сможем купить разные предметы за конфеты, которые можем получить в двух новых мини-играх. Также, как можно заметить, здесь есть вот такие полупрозрачные предметы, питомцы. Это вещи, которые будут добавляться позже. Это обновление в игре будет целый месяц, и каждую неделю разработчики будут его дополнять. И как раз этими вещами, которые пока нам не показываются. Вот такие вот новые питомцы у нас за конфеты появятся. И самое интересное сейчас, вот. Это огненный шадоу дракон, похоже. Надо будет обязательно приобрести всем раздельку и сделать себе огненного шадова. А вот новая мини-игра. Вот такая вот штучка, по которой надо бегать. И вот эти плиточки под тобой исчезают. Достаточно интересно. Эта игра достаточно популярная в принципе. Я так понимаю, кто последний упадет, тот и выиграл. И есть еще одна мини-игра, смысл которой я совершенно не поняла, но все же это, по-моему, какая-то командная игра, как бывало на Новый год и так далее. Но обновление выйдет совсем скоро, напоминаю, сегодня в четверг 6 числа в 18:00 по московскому времени. На этом все. Это все, что показали разработчики, но показали они конкретно все обновление. И на сегодня пока все. Не забывай про подписку и всем пока-пока!